Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня я решила снять для вас видео о секретах моего плоского живота. Скажем так, пришло мне это в голову после того, как я начала думать о том, почему у меня никогда не было живота. Когда я была полная, у меня не было живота. Сейчас у меня нет живота. А почему именно так? Я открыла определенную закономерность и какие-то такие вещи, какие-то мои личные правила, которые я выполняю, и решила я с вами этими мыслями поделиться. Такое небольшое пояснение по поводу того, что я не хочу себе плоский живот, как у Екатерины Усмановой. Я ее уважаю как спортсменку, у нее потрясающая фигура, но я не хочу себе кубиков, никогда не хотела, никогда не буду к этому стремиться, потому что мне не нравится, на себе я это не вижу, и поэтому тот живот, который есть у меня сейчас, я считаю его для себя оптимальным, легкая жировая прослойка меня устраивает, потому что я женщина, я будущая мать, меня все это устраивает, и моего молодого человека это устраивает. Поэтому, если вы хотите послушать о том, какие именно факторы я для себя выделила как основополагающие в том, что жир не откладывается у меня на животе, и какие бы я хотела вам советы дать, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Я для себя сделала небольшую как подсказочку, буду туда подглядывать, поэтому не ругайтесь по этому поводу сильно. Итак, прежде всего, я считаю, что во всем, в густоте наших волос, в длине наших ног, в цвете наших глаз, везде самое основополагающее — это генетика. Это то, какие у нас родители, какие у нас дедушки и бабушки, и какие генетические данные они в нас заложили. То есть то, что нам дано от рождения, это самый основополагающий фактор, я так считаю, во всем. Грубо говоря, во всем. То есть у меня отец не склонен к полноте, у меня мама не склонна к полноте, так вот глобально, поэтому я сама не склонна к полноте. При этом моя мама в моем возрасте имела примерно то же самое строение фигуры, что и я. То есть у нее жир не откладывался именно в зоне живота, у нее была тонкая талия, у нее были широкие бедра. И весь жир у нее откладывался также в бедра. Я заметила уже, сколько я худела, толстела, что у меня не откладывается жир на животе. У меня он откладывается в бедрах. Потому что у меня типично женское строение, у меня все хорошо с гормонами, поэтому жир у меня откладывается именно там, где надо женщине, там, где пятая точка, там у меня откладывается жир. Грубо говоря, так. И сразу хочется отметить, скажем так, я не эксперт, я не врач, но, девушки, если у вас жир по какой-то причине начал усердно откладываться там, где ваш живот, то это повод, это небольшой звоночек провериться у врачей на предмет ваших гормонов, потому что, возможно, что-то не так там. То есть лучше сходить и провериться, и знать, что у вас все в порядке, вы абсолютно здоровы, нежели потом это нарастет как большой ком, потому что, в принципе, для женщины женщина не склонна накапливать жир там, где живот, потому что это как? Висцеральный жир – это жир, который уже нарастает вокруг внутренних органов. Это не свойственно женщинам, это более мужской тип ожирения. Следующий фактор, который бы я хотела отметить, это сразу как два фактора. Это осанка, это то, как вы держите осанку, потому что если вы сгорбившиеся, то автоматически у вас появляется живот, даже если у вас его нет. Также наоборот, если у девушки хорошая осанка, если она держит спину, то даже если у нее есть небольшой живот, то он кажется намного меньше за счет того, что у нее прямая осанка, прямая спина, и она держит себя и с высоко поднятой головой несет себя. Поэтому какие-то вот такие недостатки на ней смотрятся не так ужасно, как на человеке с плохой осанкой. Итак, и следующий, относящийся к этому аспект, это напряжение пресса.
То есть я постоянно хожу с напряженным прессом. Это, возможно, это связано с осанкой, возможно, это связано со спортивным прошлым. Я 8 лет занималась плаванием, и в плавании очень часто напрягается пресс. Так вот, постоянно напряженный пресс, он в любом случае будет, скажем так, живот постоянно напряженный с мышцами пресса напряженными, будет в любом случае меньше, нежели живот, который постоянно расслаблен. Он будет смотреться лучше, он будет, в принципе, меньше. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас был плоский живот, напрягайте его почаще, а лучше держите его напряженным всегда, потому что даже когда вы держите осанку, прямую спину, то вы втягиваете, напрягаете живот, и в таком виде как бы все это смотрится намного лучше. Поэтому хорошая осанка и постоянные напряженные мышцы пресса сделают ваш живот более плоским. Следующий аспект – это растяжка. Объясню, в чем фишка. Растяжка – это очень-очень, ну, в принципе, любой спорт, в частности, вот плавание, которым я занималась, он хорошо влияет на фигуру, он подтягивает все мышцы, и вы смотритесь лучше. Но растяжка – это такой вот универсальный вид активности физической, во-первых, потому что мало противопоказаний, во-вторых, очень легко делать, если без фанатизма, и, ну, растяжка в любом случае пригодится, потому что не будет каких-то моментов, где вы что-то потянете случайно, что-то где-то дернете случайно, потому что ваши мышцы будут растянуты, они будут более гибкими, более подготовлены к физической активности. И растяжка — это, я считаю, самый такой вот подходящий вид физической активности для многих из нас, потому что растяжка — это там не штангу тягать, это не тяжело. Нужно подобрать комплекс упражнений на растяжку именно мышц пресса. То есть я очень много гнусь влево, вправо, я очень много наклонов делаю различных для того, чтобы растянуть именно мышцы, которые находятся у меня, которые формируют мой плоский живот, которые формируют мою талию. Так вот, именно растяжка, я считаю, что играет сейчас огромную роль для того, чтобы у меня оставался плоский живот, чтобы у меня оставалась узкая талия. Кстати, скажем так, такая справочная информация, моя талия при росте 168, талия моя 60 сантиметров, то есть это... Ну, я считаю, что неплохо. Это нормальный показатель, меня он устраивает. Следующий аспект – это вода. Вода и потребление воды. И перед каждым приемом пищи я выпиваю стакан воды. То есть я потребляю очень много воды, стараюсь пить много воды, потому что вода – это основа нашего обмена веществ. И если вы выпиваете стакан воды перед едой, то... вы съедите меньше. Если вы кушаете меньше, естественно, вы более стройная. Вот все логично, и пейте воду, вода полезна. И следующий аспект, без которого, мне кажется, точно не будет плоского живота, это питание. Более или менее рационально сбалансированное питание. То есть чем более у вас будет правильное питание, чем меньше вы будете есть фастфуда, чем меньше вы будете есть по ночам, чем меньше вы будете пить там сладкой газировки, то тем ближе вы будете к идеалу стройности, к идеалу красоты, к плоскому животу. Если вы будете кушать больше овощей, больше белка, причем такого полноценного белка, допустим, куриную грудку, допустим, какие у нас еще есть источники белка, если вы будете есть нежирное мясо, будете есть яйца те же самые, рыбку. А если вы будете их, желательно, конечно, не жарить, а готовить на пару, варить, готовить в духовке с минимальным применением масла, то это будет очень полезно, и это, естественно, будет сказываться на
размере вашего живота. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо огромное за внимание. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Кроме того, подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на мой паблик. Все ссылки я оставляю всегда в конце видео. Обязательно напишите мне под видео, какие еще секреты стройной фигуры и плоского живота для себя вы нашли. Как вы относитесь к девушкам с прессом, с кубиками? Желаю отличного настроения, до встречи в следующих видео, всех целую, всем пока-пока-пока!